Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на Сироде на Ролиплей, центральный округ. Муник здесь Кирилл Путбуловий, не заводит Муник при регистрации. И сегодня у нас будет тест интересной тачки, а именно какой? А именно тачки с аренды. Я, кстати, блин, только вспомнил, вот помните, я тестировал, короче, машины в арендах, и я вспомнил, что... оказывается, в Батареж тоже есть аренда машин, и сегодня мы именно туда едем. Потому что там есть интересная машина. А именно Passat. Я не помню, или CC, или не CC. Но, короче, Passat какой-то. Или это не Passat, не знаю. Сейчас посмотрим, короче, Volkswagen. Машина, которая есть у смешников. И я хотел бы себе ее купить. Именно лично себе хотел бы купить ее и передвигаться на ней. И давайте ее протестим, как она вообще едет в стоке, в принципе. И там уже сделаем хоть какие-то выводы по этой машине. Так, вот она, в принципе, одна здесь осталась. Ну, их вроде две стояло. Ладно, и так заебись, в принципе. Так, аренда стоит 28 тысяч, но я думаю, она того стоит, в принципе. И давайте арендуем. Так, она такая бодренькая машинка. Так, давайте прокатимся на нем. Я тут интересный дворик заметил. Так, а ну. Пром заехать, короче. Что это такое? Мне просто интересно, что это за место. Чекпоинт как бы есть, а здесь ни машин, ничего нет. Давайте посмотрим, что здесь. Так, что-то я не увидел. А, это тоже отель. Блин, а в Батырке есть так много отелей, оказывается. Блин, это круто. Или стоп. Стоп, это не отель, да? Что это такое? Так. А, это военкомат. Ёлка налево. А, ну да, это же в Батырке есть этот, как его? Военная база, и здесь есть военкомат. Ну, интересно, в принципе, прикольно. Ну, здесь никак не пройти, короче, да, я так понял. Ну, да, чисто интерьер такой, проводить набор, короче, и все. Так, теперь у нас вишневая. Вишневый Passat. Это Passat или нет, я так и не понимаю. Кто шарит, напишите в комментариях, пожалуйста. Что это, Passat или что это вообще такое? Ну, вроде Passat CC похож, но шильдика вообще никаких нет, я очень не покупаю, что это за тачка. Ладно, короче, поехали. Поехали, прокатимся на ней. Так, светофор нельзя проезжать, окей. Ждем зеленый, блин, реально, я вот каждый день батарею узнаю много чего нового. Блин, это круто, это реально круто. Так, все, поехали, поехали. Это у нас что получается? Амунация или что? Да, амунация здесь есть тоже. И, ну, блин, Батырева реально здесь классно у них. Интересно, есть что посмотреть там и так далее. Это круто. Сейчас поедем сейчас ее протестим на максималочку. Вот здесь прям. Все, разгоняемся. Задний привод у него, я так понял. Может даже полный сейчас проверим. И просто в точку разгоняемся. Блин, а вот едет он классно. Блин, я себе хочу реально себе такой Passat купить, но я не знаю, 2 миллиона мне хватит, чтобы купить такую машину. Напишите в комментариях, кто знает. Просто я ни у кого не видел такую машину пока что. Поэтому я не знаю, сколько они могут стоить, но я бы себе купил. Она такая в стоке бодренькая. В стоке наедет почти 170, чтобы вы понимали. Давайте прокатимся еще здесь, по вот такой вот дороге. Так, у него привод какой, кстати? А, она полноприводная. Ого. Это уже интересно. Так, давайте попробуем сюда заехать, что ли. Но нет, ей это не удастся. Так, что-то мы допрыгли прям жестко. Блин, не тачка охуенная, кстати. 170 вы выжили вроде с нее. Она вообще нормально. Для стоковой машины, ну, надеюсь, она стоковая же. Я не думаю, что в аренде есть чипованная машина. Скорее всего, она стоковая, да. Ну, нормально, полный привод, 170 в стоке, блин, вообще тачка огонь, реально. Я себе хочу такую машину, блин. Надо будет найти ее, я не знаю, не продаются на сервере или нет, но, скорее всего, должны продаваться. В прошлом, я не знаю, что это за машина вообще, понятия реально не умею. Поэтому напишите тоже в комментариях, кто знает. Вот так тачка огонь, реально.
Я думаю, если за 2 ляма ее можно купить, то это обалденная машина просто. Реально просто топчик. Так, сворачиваем и поехали. Здесь выезд есть, я просто не помню. Так, на карту смотрим, вроде должен быть выезд, но него здесь нету, блин. Хорошо, сейчас здесь да, развернемся, будем ЕПП-шить, короче. Еще раз на ней вжарим сейчас и сделаем, короче, какие-то выводы уже. Так, давайте лучше на трассу выйдем, а то здесь не очень понятно, как она разгоняется. Так, давайте сейчас на маневренность попробуем. Ну, хотя мы и так спокойно проехали, в принципе. Блин, ну круто, что типа вот это Батырево, такой военный городишко. И здесь, видите, такие посты стоят. А, это что такое было? Я не знаю, ну ладно. Погнали, сейчас выезжаем на трассу и втопим на этой малышке просто. На все бабки. Как вы заметили, я мотик еще не продал, ну потому что мне нравится, а вот если я найду себе вот такой пассатик за 2 ляма, то я тогда продам уже мотик. Ну, может, что-то другое еще куплю. Так, достиг третьего уровня в семье, начислен опыт. Нормально, чё. Тимми Тунер. Привет тебе, если ты смотришь мои видосы, хотя ты у меня фамилия, я думаю, ты, может, и смотришь видосы. Поэтому заебись, короче. Так, сколько? 167. Ну, почти 170 вообще. Тачка реально налегке просто прет. Комфортно передвигаться. Ну, реально, респект этой машине, блин, мне она очень понравилась. Я бы себе такую купил. Пишите в комментариях, купили бы ли вы себе такую машину. И кто на ней ездил, тоже напишите, как вам эта тачка, в принципе. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. 'Cause I was from the city. She was from